Добрый день, дорогие зрители канала «Растения Укр». С вами, как всегда, наша команда. Итак, начинается март, начинается обильное сокодвижение у растений. И что мы делаем? Мы будем обрезать бонсай. Как вы видите, он у нас разросся. Причем разросся он с осени по весну. Достаточно длинные ветки дал, но согласитесь, это не очень симпатично смотрится, во-первых. Во-вторых, закрывает часть ствола, и он начинает превращаться не в бонсай, а в обычный куст. Поэтому для того, чтобы сформировать его крону, как вы знаете, мы должны обрезать подобные растения. Очень часто люди боятся подрезать. Никогда не бойтесь взять секатор в руки. Этим вы просто распушите крону вашего растения. Подрезаем сразу же над листовыми пластинами, не оставляя длинных черешков. Здесь у нас начинает уже идти боковая веточка, поэтому я дорежу до этой боковой веточки, чтобы был пушистый, такой веселенький бонсайчик. Вот, как вы видите, я оставила их немножечко длиннее, потому что наверняка может отмереть до второго листика часть ветки. И где-то здесь он начнет давать боковые отростки, потому что, как вы видите, то, что я срезала, это была точка роста. Это единичная ветка, из которой выходят листья. Я сняла точки роста. Растению некуда будет расти, поэтому начнет давать боковые веточки. И вот когда он их даст, тогда я дорежу до основания этих боковых веток, для того, чтобы сформировать уж точно красивую крону. Всего доброго! Смотрите наш канал!